Сижу на уроке русского я, и рядом подруга, а сзади друзья. И спереди снова зеленая доска, на которой снова пишу только я. Белый мел сыпется вниз. Ставлю точку. Все, садись. Ну вот не задача, пишем диктант, по которому снова будет роя. Ну, наконец-то, написала его. Вот неожиданность. 5. Хорошо. Вот и урок кончился. Супер. Ну и на этой замечательной ноте хочу я закончить этот стишок. Про этот замечательный, чудный урок.